ты еще написал, а и дают мне твое заявление там, помнишь, которое я писал тебе, диктовал. Помогал, да. Да, помогал писать. То есть написано мной заявление, а я смотри, какую-то херню написал. Я говорю, что ты написал? Ну я взял, говорю, да это я, говорю, написал. Ты сказал, мне тебе жалко. Я говорю, я вообще-то написал. Ну да, она, знаешь, что профессионально, вот я почему говорю, что она на своем месте. Она не сдержалась, не подала обиду и ничего не стала ни там сказать, не обижаться, ничего так. Тему свела, и о другом мы стали с ней так же мирно беседовать, подружить. Молодец. Я у нее, кстати, тоже этому учусь. Вот это вот. Выдержка такая. Я так это подметил, думаю, я-то хотел, даже не хотел, но думаю, сейчас, говоря это, я понимал, что я могу выбить ее. Скорее.